Областной этап республиканских военно-патриотических игр «Зорница» и «Зорничка» стартовал сегодня в Бресте. В них принимают участие 10 команд со всей области. Местом проведения игр стала 111-я артиллерийская бригада. Здесь на протяжении 3 дней и будут соревноваться юные патриоты. Наши корреспонденты побывали в воинской части и поинтересовались настроением и мотивацией участия детей и подростков в соревнованиях. Отряд «Зорничка» приехал из деревни Молотковичи Пинского района. Форма десантников подтверждает, ребята настроены только на победу. Мы очень гордимся тем, что нам выпала честь поучаствовать в областной игре «Зорничка». Мы много тренировались, мы много отрабатывали строевой и практиковали свои физические навыки. Ребята долго готовились, волнуются, но стараются и верят в командный дух. Сегодня мы приехали здесь показать свои умения, навыки в строевой подготовке, показать свои физические качества. Ну и все ребятки наши готовы, надеются на победу, мы тоже, но как получится. Отряд «Торнадо» из Брестского района – победитель районного отборочного тура военно-патриотических игр. Состав дружный и опытный, но волнение все равно присутствует, ведь и соперники сильные. А представлять область на республиканском этапе будет только одна команда-победитель. Главное – сплоченная команда, и как все друг другу доверяют и ценят этот опыт. Навыки военной подготовки, особенно для парней, это будет более актуально, чем для девочек. А для женского пола просто не знаю, как... Какой-то новый этап в жизни, попробовать что-то новое для себя. В программу игр входят несколько этапов. Это строевые приемы, правила обращения с оружием, организация туристского похода, викторина на знание истории, оказание первой медицинской помощи. Строевую подготовку, физическую подготовку, там, разборка-сборка автомата, стрельба, дружба, помощь. Но есть желание победить? Ну, хотелось бы. Игры направлены на патриотическое воспитание и всестороннее развитие подрастающего поколения, формирование готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. Мы решили, что надо поднимать статус этой игры до, скажем так, именно спортивно-патриотических игр, потому что детки, как вы заметили, да, они очень мотивированы. Вы знаете, когда я на них смотрю, ну, я спокойно за будущее нашей страны, потому что маленькие патриоты, да. Маленькие патриоты, это, конечно, не может не радовать. Также в программе трехдневных военно-патриотических игр у детей и подростков будет много экскурсий и викторин. Юрий Печур, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».